что произошло то же самое, что на Украине в 2014 году. Повторите-ка. Да как вам больше нравится? По правилам русского языка можно и так. Ну, странные у вас правила русского языка. Вы же просто преуменьшаете значимость. Почему? Суверенного. Почему? Да, вообще не так. Ну как, мы говорим «в Кубу» или «на Кубу», причем тут преуменьшаем? Употребление предлога «в» и «на» не складывается, исходя из исторических соображений, то есть как повелось. Есть специальный ответ Института русского языка имени Виноградова по этому поводу. Поэтому здесь есть «на Кубу», но «в Исландию», «в Японию», а не «на Японию». Понимаете? Но «на Кипр» при есть, этом. «В Сибирь», но «на Урал». То есть поэтому здесь нет, это исторически сложилось так. Тут правила авторов не работают. Спасибо. Очень, кстати, доступно вы мне разъяснили. Впервые в жизни у меня даже как-то уже меньше вопросов стало к этому моменту. Тут, знаете как, это пошло откуда? По-моему, после развала Советского Союза начали об этом говорить, а в 2000-х годах... Да, совершенно годах, верно. А в 2000-х годах обратили... Да, вот именно в 93-м, по-моему, году были. Юридически попросили писать не на Украину, а в Украину. Как раз-таки после всего этого дела разъединения. А потом в 2014 году... По-моему, в 14-м, если память не изменяет, как раз-таки был запрос в Институт лингвистики и русского языка имени Виноградова, где он дал исчерпывающий ответ на эту тему. Что и так правильно. То есть не имеет значения абсолютно. Но в соответствии с русским языком правильно говорить «на Украину». То это будет правильно. Все.